Итак, команды выходят на поле. Команда «Строитель» справа, команда «Академик» слева. Стартовый состав команды «Строитель». Наборщиков: Сарваров, Гайзидинов, Загаинов, Краснов, Холкин, в воротах Зуев. Свисток. И сразу Наборщиков пошел вперед. Обыграл трех игроков, не получился удар у Наборщикова сейчас. Гайзидинов. Удар. 4-0. Удар. И команда «Академик» забивает гол. Счет матча становится 4-1. Хороший сольный проход показал игрок команды «Академик». Ничего страшного. Продолжаем. Чугунов появился на поле в красивом подкате. И сам Чугунов. Это толчок. Нет, судья показывает, что можно играть. Краснов спокойно разобрал ситуацию. Передача на Чугунова. Чугунов сильно на Наборщикова. И Наборщиков сам бежит. И вратарь в последний момент снимает с ноги у Наборщикова мяч. Ну, наконец-то и в нашу пользу судья зафиксировал нарушение правил. Игра рукой была. Гайзидинов с Загайновым. И в последний момент игрок команды «Академик» выбегает у Гайзидинова мяч из-под ноги. Товарищ фотооператор, вон оттуда. Отличная передача. И не реализовывает сейчас 100% момент Сарваров. Надо было забивать в такой ситуации. Один на один с вратарем, с большими воротами. Наборщиков, Сарваров. Прострел на Наборщикова. Не совсем удобно было принимать Наборщикову мяч. Передача на Наборщикова. И штрафной удар зарабатывает Наборщиков. По ногам получил сейчас Дима. Ставит стенку команда «Академик». И Гайзидинов меняется. Загайнов будет пробивать. Сильный удар. И чуть-чуть выше ворот мяч пролетает. Вместо Гайзидинова появляется на поле Гатаулин.
Китайская должность. Нет, не надо. Нет, я ее просто покручу. Не надо, но автоматом выровняется. Да, да. Чугунов. На Краснова. Гатаулин. Краснов на Чугунова. Чугунов на Сарварова. Сарваров должен добежать, да, добегает. На замахе убирает одного, прострел. И Наборщиков. Наборщиков должен попрессинговать. Опасный момент создает сейчас Дима. Но опять судья не видит игру рукой. Краснов с мячом. Передача на Гатаулина. И вперед должен сейчас Гатаулин бежать, да. Делает неточную передачу. И команда Академик бежит в контратаку. Наборщиков Дима отлично поборолся. Да, должен зацепиться за мяч. Сам обыгрывает, получает по ногам, но все равно продолжает. Это толчок. Ну, как-то судья очень лояльно относится к такой силовой игре. Чугунов. Через перевод мяча вышла наша команда в атаку. Передача. Сарваров бил поворотом. А в команде «Строитель» замена. На воротах появился Брагин вместо Зуева. Загайнов. Удар. Накрывают удар. Гатаулин. И зарабатывает угловой. Вместо Загайнова на поле появляется Шакиров. Гатаулин будет подавать. Шакиров перехватывает. Сейчас должен увидеть. Да, увидел Сарварова. Передача. Прострел не получается. Шакиров удар. Краснов выбивает в сторону. Краснов. Отлично увидел Сарварова. Шакиров. Шакиров поборолся. Чугунов на Сарварова. И Сарваров должен сейчас убегать. Да, убегает Сарваров. Удар. И надо все-таки отметить сейчас вот этот сейв вратаря команды «Академик». Сейчас вытаскивал он в тяжелом таком прыжке. Вместо Гатаулина на поле появляется Кульбарисов. Краснов подает. Кульбарисов удар. И вратарь. Чугунов с лету. Шакиров должен побороться. Сарваров не дает себя просто так обыграть. Передача на Наборщикова. Штанга!
Кульбарисов на добивание. Наборщиков удар. Еще удар. И судья свистит. Досталось сейчас по и ногам игроку команды «Академик». Вместо наборщиков на поле появляется Тихонов Тимофей. Очень-очень опасный момент сейчас был. Краснов. На Кульбарисова. Кульбарисов сам убегает и получает по ногам сейчас Кульбарисов. Ничего больше не оставалось защитнику команды «Академик» делать, как просто бить откровенно по ногам. Так, Тихонов сразу замену, вместо него выходит Загайнов. Подача. Брагин. Брагин грудью. Нельзя было Брагину сейчас брать в руки. Удар. Легко справляется с ним Алан. Сразу передача на Чугунова. Быстрый выход. Сарваров очень неточно обрезал всю команду сейчас. Шакиров исправил положение. И получил по ногам. Нервничает, очень нервничает игроки команды «Академик». Кульбарисов. Сарваров. Чугунов. Загайнов должен увидеть сейчас Кульбарисова. Да, переводит мяч. Шакиров. Сильный удар. И вратарь выводит мяч на угловой. Загайнов пошел подавать. Загайнов сейчас распинывает команду «Лайк», дабы ему мешают подавать. Сильная подача, не точно. Сарваров отлично увидел Шакирова. Шакиров обыгрывает удар. И по ногам сейчас получил Шакиров. Накрывали его удар, да. Даже не получил, а, скажем, сам ударил по ногам противника вместо мяча. Но заработали угловой. Загайнов опять пошел подавать. Сильная подача. Кульбарисов удар. И головой выше ворот бьет сейчас Кульбарисов. Остановить надо, товарищ судья, игру. Досталось сейчас Шакирову. Вместо Шакирова выходит на поле наборщиков. Сарваров на замахе убирает сейчас. Центр. Головой подает Сарваров. Чугунов поборолся. Сарваров. Перевод на Загайнова.
Загайнов дальше на Кульбарисова. Загайнов удар. И мяч залетает в ворота. Достал вратарь все кончиками пальцев. Мяч, но удар был очень сильный для него. И счет в матче становится 5-1 в пользу команды «Строитель». На поле вместо Кульбарисова появляется Юмангулов. Чугунов отлично прерывает передачу, делает в центр на Загайнов, Загайнов на Юмангулова, Юмангулов-то на Оборщикова. Дима сейчас должен увидеть Сарварова, да, Сарваров удар. Отлично разыгрались сейчас наши ребята. Ну а теперь надо всем вернуться, вернуться в защиту, не забывать про нее. Сарваров. В первом матче мы забыли про защиту и пропустили два. Поэтому про защиту забывать нельзя. Юмангулов с мячом. Пас на Наборщикова. Наборщиков врывается. Сам же борется, борется. Сейчас Дима. Наборщиков сам обыгрывает. Сейчас будет удар. Обыгрывает еще одного. Удар. И вратарь. Вратарь. Надо отметить отличную игру вратаря команды «Академик». Это уже его не первый такой, не второй даже сейф, когда он выручает свою команду. Тихонов. Сарваров. Передача на Наборщикова. Загайнов сам обыгрывает. Наборщиков удар. Гол! Наборщиков Дмитрий забивает очередной гол. И, по-моему, у него сегодня уже дубль. Так же, как... у Наборщикова сегодня дубль, у Загайнова сегодня хет-трик. Счет в матче становится 6-1. Коллективный отбор сейчас показывают Юмангулов с Красновым. Тихонов Егор появился вместо Чугунова. Юмангулов, прострел. Еще надо побороться, побороться. Ошибутся. Краснов отличный отбор демонстрирует. Не получилось передача Максима чуть-чуть. Вдвоем сопровождали мяч. И Загайнов в атаке. Удар. И гол забивает Загайнов. Пока игроки команды «Академик» спорили, почему они не остановили мяч и отпустили его в аут, наши ребята быстро разыграли. И Загайнов забивает четвертый гол в сегодняшнем матче. Вместо Наборщикова появляется Кульбарисов. Ну все, команда «Академик» совсем уже посыпалась. У них начались уже разборки между собой. Вместо Юмангулова появляется Гайзидинов.
Гайзидинов с мячом. Прострел. Заганев должен видеть. Сарваровы. Сарваров чуть-чуть выше перекладины. И все, судья дает финальный свисток. Всем спасибо, до завтра.